Все, началось. Ты куда попал? Я рядом, еще. Вот ты, Еми. Понятно. Всем привет, с вами мисс Сони 43. И я хотела в прошлый раз записать летсплей по этой игре, но у меня мой голос не записался, только моего друга записался, вы сейчас тут вот видите. Вот, поэтому пришлось искать новую программу, и вот нашел наконец-то. Достаточно хорошая. И теперь мы будем играть вот в эту вот игру Marvel Super Heroes. Под названием Marvel Команда Супергероев. Ну, Слава, давай я фокус покажу, Ну какой? Чё мы тут вообще бегаем, как идиоты? Смотри! Блин, да тут сразу три железных человека. Видела? Раз, два и три. Сразу три железных человека. Я фокус показываю. Салют! Круто. Ну что, давай. Обалдеть. Потише. Снова мышка залагала. Ненавижу это. Стоп, да пригласи меня на миссию. А я пока что... Вот какой... Советуем по этой игре выбирать Гамбита или Сорвиголову. Вот у них такой прыжок, как у меня. У них двойной прыжок. Ну, потому что я после уже... Так. И разом можно на здание вот так зайти. Да, вот там. Можно сначала на лампу. Сейчас. Все, я говорю, давай играть в карты. Нет, не карты. Это... Давай ты нуб, а? Блин, ну я проиграю, я говорю, ориентирую, я в карты не играю. Подожди, сейчас. Хорошо. Ладно, продолжаем. Ну вот, я походила. Ты выбирай. Ничья. Ну, достаточно легкая игра. Твой ход. Мой ход? Да. Мой ход. У меня нет ни одной карты атакующей. А как выглядит такая атакующая? Не знаю. У меня тоже пас. У меня что, снова нету? Да не охренее. А, у меня даже нет только блокировки. Обалдеть. Они тут этого не рассчитали. Мы тебя поцеловали. Я знаю, они тут этого не рассчитали. Кстати, у меня есть тоже эта атака. У меня две. Так. Только не она. А как узнать, а какой значок у атакующих пар? Я не знаю. Ладно, моя отдых. А, блин. У меня их было целых две, представляешь? Вау, сколько у меня теперь... Кстати, я тебя призвала. А, это же предатель Гамбит! Гамбит, ты меня предал! Называется взрывной скачок. А, у меня нету. Пас. А, не, у тебя какая-то другая. Убейте меня! У тебя какая-то другая. Убейте меня! О, сколько у меня карты атаки. Чтобы выбрать. Давай эту. Предатель! Обожаю, когда ты это говоришь. Ты это так смешно говоришь, Фэм. Ладно. Нет, как блокировки. Вау, вот это атака.
Его, тебе нравится Росомаха? Нет. Ну да, его и выберем. Я пас. Наконец-то смогла меня атаковать. Ему, тебе вообще-то повезло, везунчик. Ну да, новичкам всегда везет. Ну? Ладно, электрошторм. А, у меня нету. А где посмотреть хпшки свои? Гамбит! Ну, у меня пас. У меня никого нету. Получи! Кстати, тебе вот это вот... теперь шторм будет тебе помогать, кстати. Вау! Обожаю эту атаку. Это моя любимая. Это псайлок. Я ее обожаю. Обожаю, как она атакует. Вот цветочки одни. Не цветочки, а бабочки. А ты вообще в этом не разбираешься. У меня снова нету как для блокировки. Всего лишь один урон, да она у тебя слабачка. Ну-ну. И снова нету. А, 5 урона может нанести. Ага, а мне повезло. снова Росомаха. Ну, наконец-то я могу использовать эту атаку. Обожаю ее. Она самая сильная. Ну, просто повезло, я же говорю. Ты больше меня в этом разбираешься и все. Ну да, ну вообще-то не очень больше, потому что у меня на 10 карт меньше, чем у тебя, поэтому... Ну, новичкам всегда везет. И снова у меня нет карты для блокировки. Обалдеть. А, кстати, ну вот это, в следующей серии будет на весь экран, просто это... Мы тут... Как ведется это? Мышка завал... А, все. В следующей серии... В следующем летсплее будет уже на полный экран, просто в этот раз мы с Игорем еще там тоже играем в карты, и я вышел из полного экрана режима. Ну, короче, долго рассказывать, я забыла поставить полный экран режим, и... Ну, поэтому теперь вот такой вот будет. Всего лишь один урон. Пф, слабак. Групповое объятие. Ну-ну. Как тебя назвать? Стереть твою судьбу, доктор Стрэндж? Ха. Кузнеса. У меня постоянно нет карты для блокировки. О, ну наконец-то есть. По мозгам, ну-ка, с твой гом, ну, давайте, по мозгам. Нет, это, ладно, это. Я должна, я не хочу с тобой драться. Блин, какие-то, ну, давайте это. О, псайлок. По мозгам тебе. А сейчас шторм будет ходить. А ты, то есть, меня бьешь одним Росомахой, да? А, кстати, у меня осталось только 4 карты. Да? Ладно, попробуй на тебе. Ну зачем? У меня все карты отобрал. Жадюга. Получай. Жадюга, ты видел бы.
Ну во, видишь? Профессионал выиграл. Ой, я все равно получила 60 опыта. Давай теперь я хочу сыграть на сорви голову. Давай на сорви голову сыграть. Ну все, мне надоело эти карты. Я все равно не очень люблю, я просто хотела. Давай миссию. Я хочу сорви голову сейчас. Слушай, а давай поищем всякие это, ну, тайники. Хотя я уже знаю, где в Асгарде находится и это. Я в Асгарде знаю. О, мне... Не в Асгарде, а в Асгарде. Ну и в Асгарде. Давай пойдем. Давай, я буду, знаешь, где. У меня мышка залагала. Я в Бакстер Плазе. Я в Асгард пойду. Я знаю, там в уголке трон, и там нажимаешь на него, проходишь. А, кстати, Егор, помнишь одну песню, а? Тупс-тупс-тупс? Нет, другую. Кибер! Да. Is a beauty and a beat. Ты мне мстишь? Make my life complete. Да. Вот у меня самое креативное в мире месть, а. Серьезно? Вы серьезны? Да. Да, у вас очень много разных вещей смешных. А, кстати, Егор, это иди в Асгард. Иди в Асгард, я тебе кое-что покажу. Не сейчас. Ну, пожалуйста, зайди. Ну, зайди, я тебя тут жду на радуге. Такой няшной радуге. Я кому сказал? Нет. Ну, ладно, посмотрим тогда, где ты. Не найдешь все равно. Ты плохо прыгаешь. А, ты в Бакстер Плаза. Да, тут Росомаха классный. Да блин, да закрывай всё. А, всё. My cover girl. Oh, oh, oh. My cover girl. Ой, мне казалось, что это ты там был. Я невидимка. Я в Бакстер Плазе. Мне казалось, что это ты был. Ну, тут просто тоже какой-то другой гамбит был. О, ты чё? А давай секреты будем искать. Да я уже все знаю. В Бакстер Плазе знаю, в Асгарде знаю. И еще тогда, раз знаю в этом зоне. Скажи секрет из Бакстер Плазы. Скажи секрет из Бакстер Плазы. Это там, где можно стать невидимым. Ну, в каждом городе есть, ну, такая штука такая. А в злодейске целых две. Там, где будет голова инопланетянина, и ты будешь этим вот шалом. Ой, дракончик. А я сейчас выполняю этот. Сейчас я люблю. Не слышу. Егор, знаешь что? У меня тут сейчас, знаешь, чтобы подошло. А? Знаешь, какое как это, чтобы сейчас подошло к тому, что я сейчас сделаю? Ну, тут на экране своем. Да и что? Физика? Не слышал. Это, кстати, очень это популярный мем. На английское слово мем похоже. Ну, то есть леди. Лейди. Come on, ladies. Ой. Я так прыгнул, я аж испугалась. My cover girl. О, мне знаешь, что бы полезно? Мышка. Все, мышка, все с тобой в паре. Я точки взлета. Мне скоро будет железный человек. Сопа. А. Мне еще три. Егор,
Егор, а попробуй найти меня в Асгарде. В Асгарде. А? Попробуй найти меня в Асгарде. Ты меня точно не найдешь. Ты в тайной комнате будешь? Нет. Боже, я так спряталась. А, блин, все, я остряла. Это типа повезло, что я в текстуке застряла. Все, не найдешь. Не найдешь, не найдешь, не найдешь. Никогда ты не найдешь. Парим на игру. Я сейчас на... Я миссию выполню. Блин, я снова упала. Падай, падай. Что за вес? Какие у них какие-то рандомные. Имена какие-то. Тебя надо найти. А вот парень я... Опа, давай сюда. Я получу железного человека, и я найду. Да, за 30 секунд. Ладно, за 30 секунд. Только не сейчас. Мне миссии выполнять надо. Ну ладно, получать. Я подожду. А, ну, ладно. Тут, кстати, другой какой-то железный человек пришел. Нет, тут не... Это я сейчас найду, не бойся. Ну да, конечно, найдешь. Ну да, конечно, я же в текстурке застряла. Ну, почти в текстурке застряла. Тут кое-что не доработано. И наоборот, доработано. Потом физика тут все-таки есть. Все, сейчас найду тебя. Ну давай, давай. Ты меня... Читай, читай, читай медленно до 30, медленно до 30, считай, очень медленно. Раз, два, три, четыре, на радуге? Шесть, нет, семь, восемь, погоди. Девять, десять, уже один десяток, какие десять? Одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16. Ну? Стоп. Это типа в радуге у тебя не загрузилось. Не, я в Асгарде. Я не на радуге. Ты в Асгарде, я знаю. Так да, я в Асгарде, но я не на радуге. 18, 19, 20. Стоп! Стоп, а, не ври мне. Я клянусь, я не на радуге. Потом сможешь посмотреть мой свой, сам узнаешь. У тебя, кстати, осталось только 10 секунд. Хотя бы дай подсказку, это в левой стороне или как? Это прямо. Это прямо, 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 прямо. Поэтому 21. 21 с половиной. 22. 22 с половиной. 23. О, все, я не могу, меня на миссию приглашают. Откажись. Не могу. И ты нуб. О, классная миссия. Ну какая же, как называется? Спасти человека. Как называется миссия? Бомбежка. Фу, играла уже. Мы с тобой играли. Рано, ты не нашел. Ты не нашел меня, ты нуб в этой игре. Хотя игра для шестилетних, это, короче, я это просто знаю. Лаги, 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 точнее, даже баги, баги, баги. Па-пам. Песенка, песенка. Ну я эту миссию-то не проходил, тебе легко говорить, ну, потому что ты эту миссию уже проходила. Снова не работает. Ох, сейчас я перезайду. Какой нафиг Ютуб? И это застыло. Не понял. Cross all windows. Ладно, на этом я закончу мой летсплей. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Егор, скажи пока. Adios. Он вам сказал adios. А я сказала amigos. Все, пока. Ну какая разница? Ладно, еще повторяться это не грех. Повторяться это
Нет, повторение матчей. Короче, спасибо за просмотр, подписывайтесь.